Сразу 5 современных автозаправочных станций Circle K появилось в Мурманской области. И новым АЗС есть чем порадовать даже самого взыскательного клиента. Наши новые АЗС отличаются от других магазинов сети и сделаны в новой европейской концепции. Данный концепт запущен только в 3 странах в Европе, и Россия одна из них. По мнению руководства компании, АЗС сегодня должны быть не только местом, где можно заправить свое авто, но и островком комфортного отдыха, где любой желающий может вкусно поесть, отдохнуть и купить необходимые товары в дорогу или домой. А отдых всегда приятнее с чашечкой хорошего кофе. Мы дали кофе наше имя, теперь это Кей-кофе. Стаканчики стали яркими, насыщенными, очень сочными. Появились новые кофемашины, ультрасовременные, производства компании Шерер. И в дополнение вскоре появятся новые кофейные напитки с сиропами. Благодаря внимательному отношению к высокому уровню сервиса и неизменно качественному топливу, автозаправочные станции Circle K уже давно пользуются заслуженной популярностью у мурманчан. Тут хорошая атмосфера, очень уютно стало после ремонта. Вкусная, отличная еда, хороший бензин. То есть приезжайте, одно удовольствие. В будущем мурманских автолюбителей ждет еще больше приятных сюрпризов. Например, появление на станциях компании терминалов оплаты прямо на топливно-раздаточных колонках и замена парка кофемашин на всех АЗС. Всеволод Краснов, Павел Третьяков, ТВ21+.